Привет, дорогие друзья! Это English Show, и сегодня мы очень просто объясним вам, в каких случаях употребляется past continuous и что это такое за время. Поехали, дорогие друзья! Итак, что же такое past continuous? Представьте такую ситуацию. Представьте, Бен сидит дома и смотрит телевизор. И сейчас 6 часов. Но в 4 часа сегодня он не смотрел телевизор. Он плавал в бассейне. В этой ситуации мы будем использовать past continuous. То есть мы используем past continuous, когда хотим сказать, что какое-то действие находилось в продолжительном периоде, то есть оно продолжалось в какой-то определенный момент времени в прошлом. То есть в нашем случае в 4 часа сегодня, а это уже прошлое, Ben was swimming in the pool. Он плавал в бассейне в 4 часа, at 4 o'clock. В past continuous нам не важно, когда действие началось, сколько оно продолжалось, будет ли оно продолжаться после того момента, который мы с вами назвали, нам это все не важно. То есть отличие его от past simple, past continuous, в том, что, например, смотрите, я скажу, вчера я ходил в магазин. I went to the shop yesterday. Это однократное действие. Но вот такое предложение. I was going to the shop when I met Ben. Я шел в магазин, я находился в процессе действия, когда я встретил Бена. Второе действие уже однократное. Я встретил Бена, когда находился в процессе действия. Обратите в этом предложении внимание на вот что. Past continuous часто употребляется, когда мы хотим сказать, что какое-то действие продолжалось, когда второе действие его прервало, либо второе действие просто случилось, произошло. И вот это второе действие, которое прерывает продолжительное, оно в past simple должно быть. То есть, если первое past continuous, смотрите, I was going to the shop, то второе past симпловое. When I met Ben. Итак, вот несколько примеров, чтобы эту мысль закрепить. I was taking a shower when you called. Я принимал душ, я находился в процессе этого. I was taking when you called. Когда ты позвонил. Наверное, вы уже обратили внимание, что past continuous мы образуем с помощью was, were плюс ингового окончания с глаголом. Вот еще один пример. Ben and I were driving home when the engine suddenly stopped. Бен и я, мы находились в процессе, мы ехали домой, когда неожиданно движок заглох. Engine — это двигатель. Это действие past simple, оно однократное. Оно как бы прервало наше путешествие. Мы ехали домой. Итак, повторюсь еще раз. Либо время, которое продолжалось действие, должно быть точно названо. Например, yesterday at 4 o'clock, yesterday at the same time. Либо past simple действие, короткое, однократное, прерывает продолжительное. Либо происходит в момент, когда идет что-то продолжительное. Это первое было, дорогие друзья, область, когда мы употребляем past continuous. И самая, так скажем, распространенная. Вот еще одна область, когда мы употребляем past continuous. Когда мы говорим о временной ситуации, которая длилась в прошлом, и этот период обычно назван. Например, Jesse was studying Spanish in summer. Jesse находилась в процессе изучения испанского языка все лето. И мы видим в данном предложении период весь назван. In summer. И третья область, когда мы говорим о двух действиях или о нескольких действиях, которые продолжались в прошлом одновременно. И чтобы связывать подобные действия в таких предложениях, мы используем такие слова, как and или while. I was writing a letter to my friend in Australia while my wife was cooking dinner. Два продолжительных действия, которые были одновременно. Я писал, находился в процессе писания письма моему другу в Австралию, while, в то время как моя жена готовила ужин. И еще о чем мы не сказали, дорогие друзья, в отношении past continuous, это то, как у него образуется вопросительная и отрицательная форма. Чтобы образовать вопросительную форму, нужно was или were поставить вперед, плюс глагол с инговым окончанием. Were you sleeping when I called? You sounded drowsy. Ты спал, когда я позвонил? Ты звучал сонно. Drowsy — это быть сонным. И отрицательная форма, мы к was и were прибавляем частичку not. Например, the elevator wasn't или was not working in the morning. Лифт не работал, он не находился в процессе работы утром, когда я, например, шел на работу. Итак, дорогие друзья, это был past continuous. Хочу еще раз повторить, когда мы употребляем past continuous. Когда в какой-то момент в прошлом, который назван обычно, либо понятен из контекста, какое-то действие находилось в продолжении, оно продолжалось. Либо, когда какое-то действие продолжалось, а другое однократное действие, его прерывает или происходит во время него. Второе, мы употребляем past continuous, когда говорим о временной ситуации, которая имела место в прошлом, она продолжалась, и обычно этот период назван. И третье, когда говорим о нескольких действиях, которые были в продолжении, они продолжались одновременно. В прошлом вы находились в продолжительном действии незнания английского. Если вы устали от того, что вот эта ситуация все время продолжается, то записывайтесь на занятия в нашу онлайн-школу. Узнать подробнее о нашей онлайн-школе вы
можете по ссылке в описании. Если вы хорошо уяснили эту тему, напишите от себя тоже какое-нибудь past continuous предложение в описании. И все будут счастливы, и все будут рады, когда будут читать. И 500 примеров прочитают, и уже вообще на всю жизнь усвоят этот past continuous. Увидимся, дорогие друзья, в следующую среду. Наше видео выходит по средам, поэтому в следующую среду мы вас ждем на нашем канале. И ставьте лайки и дизлайки, если хотите, тоже можете ставить. В общем, пока.